Карагандинской области началось строительство железнодорожной ветки Жасказган-Бейнеу. Она свяжет между собой 4 региона страны – Мангыстаускую, Западно-Казахстанскую, Кызылординскую и Карагандинскую области. Ее протяженность – 988 километров. В этом году строители планируют освоить более 2,5 миллиардов тенге и подготовить около 150 километров насыпи под железнодорожное полотно. Первые составы пройдут по новой дороге уже в первом квартале 2015 года. Реализация этого крупного проекта позволит создать более 3000 новых рабочих мест. Строительство первого участка железнодорожной ветки ведется в круглосуточном режиме силами 400 рабочих с помощью 200 единиц техники. Работы идут сразу в двух встречных направлениях – из Жасказгана и станции Саксаульская. Объем так называемой земляной усыпки составит свыше 17 миллионов кубических метров. Только на этом участке будущей дороги протяженностью более 500 километров планируется строительство 9 новых станций и 19 небольших разъездов. Национальная компания «Казахстан Теміжолы» и создает и социальную сферу. Строится на всех станциях, строятся жилые поселки, строятся, будут строиться фельдшерско-акушерские пункты, будут строиться школы и детские сады. Реализация этого широкомасштабного проекта сделает до этого тупиковый Жасказган одним из крупнейших железнодорожных узлов региона. На самой станции будет построено 9 дополнительных путей. Планируется значительно расширить локомотивное депо, что позволит создать более 1000 новых рабочих мест. И сегодняшний день вахтовый поселок уже на стадии окончания. Там вплоть до санитарных узлов. Людей там обеспечивает, где будет жить там. Все условия обеспечены. На следующий год уже полностью до Бейнеу должны соединиться. А то, что инфраструктура, социальные объекты, другие там дальше будет строиться, ну, самое главное, что идет темпом работа. В этом году подрядчики планируют освоить на строительстве железнодорожной ветки более 2,5 миллиардов тенге. В следующем полностью закончить все земляные работы от Жасказгана до Бейнеу и приступить к укладке железнодорожного полотна. Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.